Дорогие друзья, сегодня 17 ноября, 7 часов утра, 6:30 даже. Мы в Алани на автовокзале. И куда мы с вами отправляемся? Мы с вами отправляемся в Конью. Вот приехал уже мой автобус. Я взяла автобус до Кони 2 плюс 1 комфорт класса. И вышел он мне всего в 60 лир. Что мы будем с вами смотреть в Конью? Мы поедем в тропический сад бабочек. Мы отправимся на церемонию крутящихся дервишей. В общем, мы исследуем с вами город в ближайших видео. Я надеюсь, что я сниму много интересных видео. Температура воздуха в Алане сейчас 14 градусов, а в Конье минус 2. Поэтому я в пальто, в рюкзаке у меня шапка, шарф, и я в своих угах. В общем, друзья, приглашаю вас вместе со мной отправиться в это интересное путешествие. И надеюсь, что когда вы приедете в Аланию, вы также на один день хотя бы съездите. Прошло всего полчаса, и мы едем в сторону Манавгата. Вы можете увидеть, какая погода сейчас. Обещают дождь. Море и небо просто невероятной красоты. На улице около 15 градусов. На самом деле не так холодно, как я думала. Когда мы повернем в сторону Кони, то температура постепенно будет понижаться. Что, друзья, спустя полтора часа мы повернули, даже час двадцать мы повернули в сторону Кони. До Кони из Алании ехать 5 часов. Совершенно недавно я вам сказала, что температура 10 градусов, а на самом деле мы проезжаем Аксики недалеко от Анталии, и температура 2 градуса. Возможен дождь и снег. Вот теперь вы видите, насколько температура уменьшается, когда мы отдаляемся от Алании и едем в сторону Кони. 2 часа от Алании, и мы видим
только ездим в какие-то города зимой в Турции, где холодно. Последний раз мы видели снег года два назад, когда мы ездили в горы, недалеко от Алании. Посмотрите, какая красота. Конечно же, для вас это привычно, ну а мы, живя здесь, мы, конечно же, радуемся ему точно. Остановка, чтобы сходить в туалет. Туалет, кстати, стоит 1 лиру. И на улице 2 градуса. Очень холодно, очень. Ну, конечно же, по сравнению с Аланией. 5 минут у нас остановка. И едем дальше в Конью. Слава богу, что я взяла шапку, шарф и одела, надела теплое-теплое пальто. Проезжали частные красивые домики. Вот так вот выглядит въезд в город. Малоэтажные здесь постройки. Летом, конечно же, здесь более зелено. Но Конья на самом деле один из самых чистых городов Турции. Один из самых также интересных городов Турции. Здесь много исторических достопримечательностей. Он является культурным центром, одним из культурных центров Турции. Здесь есть университет. Также здесь много научных центров. Это современный город. Здесь есть и музей.
музеи и галереи. Ну, в общем, город настолько разнообразный. Кухня Кони известна по всей Турции, по всему миру. Поэтому город очень разнообразный. Его можно изучать просто месяцами и неделями. Ну, а в этот раз мы приехали на 2 дня и посетим для начала такие наиболее туристические места. Из Кони на скоростном поезде вы также можете доехать до Анкары за 1,5 часа и до Эскишхира и далее в Стамбул. Кони является одним из центральных узлов железнодорожных дорог в Турции, поэтому смело едьте из Алании в Кони на автобусе 4 часа и далее уже в Анкару на комфортабельном скоростном поезде. Ну а из Анкары вы уже можете отправиться в любой другой город Турции, на запад, на восток, ну и также из Стамбула. В описании к этому видео я оставлю ссылки на места, где можно купить, на сайты, где можно купить железнодорожные билеты и билеты на... Дорогие друзья, я в Коне на автовокзале. Подведем краткий итог моей поездки на автобусе. Оказалось, она достаточно длинной и интересной, поэтому выложу в отдельное видео. В общем, если вы хотите ездить по Турции, вы можете делать это свободно, покупать билеты на автобусы, на поезда, на самолеты и путешествовать самостоятельно. Это несложно, очень и очень интересно. Ссылка в описании будет на автобусные, на билеты, на... Ссылка на сайт, где можно купить билеты на автобус, билеты на поезд. И, кстати, очень холодно, нужно надевать шапку. И сейчас я отправляюсь в тропический сад бабочек от автовокзала в Коне. Нужно перейти мне на противоположную сторону, найти автобусную остановку, и идет автобус 47. На сайте тропического сада, сада бабочек, было написано, что отсюда идет только такси. Но я на автовокзале у полиции спросила, и полицейский сказал, что нужно перейти на противоположную сторону. Только каким образом здесь перейти, потому что город просто огромный. Здесь должен быть надземный или подземный переход. Ну ладно, в общем, я никуда не спешу, разберусь. Поэтому в следующем видео вы увидите тропический сад бабочек и много всего интересного. В общем, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Да, друзья, и обязательно приезжайте в Коню, когда вы в Алании. Я думаю, что вам понравится, потому что здесь есть что посмотреть. Здесь есть для детей, для взрослых, для любителей истории. В общем, для всех-всех-всех. Это недалеко. Можете приехать на 2 дня, на выходных. Вот я вижу остановку. А как до нее перейти, я не знаю. В общем, буду искать. И до встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.